Группа БФА – это компании, составляющие крупнейший на сегодняшний день инвестиционно-банковский бизнес Северо-Запада. Консолидация группы началась в 2006 году на основе действующих брокерской и управляющей компании. Председателем совета директоров новой группы стал Евгений Латвинов. Существующий бренд БФА получил свое название от старейшей брокерской компании Петербурга – Балтийское финансовое агентство. Компания была создана в 1993 году. Компания входит в топ-15 российских инвестиционных компаний по брокерским оборотам с начала года. Управляющая компания БФА успешно работает на рынке профессионального управления активами с 2002 года. На сегодняшний день управляющая компания БФА – это 8 тысяч клиентов и более 2 миллиардов рублей в управлении. Также в состав группы вошел банк, за несколько лет ставший флагманом развития группы БФА. Сегодня банк БФА – это свыше 23 миллиардов рублей активов и 6 миллиардов рублей собственного капитала. Современная группа БФА – это более 28 миллиардов рублей совокупных активов. Полный спектр инвестиционно-банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Многолетний опыт эффективной работы на российском и зарубежном рынке ценных бумаг. Инвестиционно-банковское обслуживание – это наш профиль. Способность понять потребности каждого клиента и предложить оптимальные пути для их воплощения – это наша особенность. Ежедневная работа с большими деньгами – это наши будни, и это будни ваших миллионов. Группа БФА. Будни миллионов.